Спортивный азарт и юношеская удаль хоккеистов обеих команд дали взрывной результат. Ни один тайм не обошелся без удалений. Малейшее касание соперников тут же перерастало во взаимные удары. Благо, что защита у хоккеистов добротная, поэтому серьезных повреждений никто не получил. В момент игры в них перехлестывают эмоции, каждому хочется выиграть. Игра закончилась, и они спокойно дружат друг с другом. Никаких военных действий нету. Тренер муромских хоккеистов признался, что игра складывалась непросто. Это был заключительный матч в зоне «Восток», и каждой команде была нужна победа. «Кристаллу», чтобы укрепить лидирующие позиции, а «Саровчанам» подняться в турнирной таблице. Но счет удалось сравнять только на 6-й минуте второго тайма. Больше хоккеисты «Кристалла» не дали шансов «Сарову» пробить свою оборону. Соперник «Саров», мы знаем, что хорошая команда, поэтому в первом периоде хорошо, что мы забили первыми, выиграли 2-1. Вот. Во втором получилось нарастить преимущество, опять выиграли 2-1, то есть со счетом 4-2. В третьем тайме муромчане забили еще 2 гола. Контратаки «Саровчан» не дали результата. Игра закончилась со счетом 2-6 в пользу «Кристалла». Изначально игра складывалась плохо, не были готовы к сопернику, немного не пошло с самого начала. И все. После матча в Сарове «Кристалл» занимает первое место в группе. Впереди у муромских хоккеистов финальные игры с сильнейшими командами зоны «Запад». Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».